Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами будем играть в зону 51 за монстров и будем уничтожать всех тех, кто сюда заходит. Сейчас, ребята, я, видите, стал каким-то зомби странным с мечом, и я вижу, что вот какой-то парень хочет сюда пройти, ага. Я, значит, сам, да, умер, лол. Ха, прикол. Ребята, и я сейчас буду играть вот за такого волка, за какого-то пса. Ого, какой он громкий. Слушайте, интересненько. Сейчас мы будем, ребята, уничтожать всех выживших, кого только сможем найти. И, ребята, у нас началась полная жесть. Ого, нифига себе, здорово, здорово, парень, здорово. Я твой друг. Так что СЦП все объединились против тех, кто... ты что толкаешься? Не толкайся, подожди, я же твой друг. Ребят, сейчас у нас полная жесть происходит в зоне 51. И выжившие хотят убежать, но все СЦП выдвинулись на охоту. И я один из них, сейчас попробую кого-нибудь достать. О, здорово! Воу-воу-воу-воу-воу, не прокатит, ха-ха. Он, кстати, по мне не попал. И ноль маньяков вообще убили, ребят, в итоге, офигеть. Вон, вижу еще одного. Ребят, я, похоже, такая собака, которая видит сквозь стенки. Смотрите, видите, да, вон он. Ну здрасте, здрасте. Че стоим, отдыхаем? Он вызвал лифт, ребята. Но мы все-таки его обнаружили и уничтожили. Слушайте, прикольная собака. О-о-о-о-о-о. Вот. Нифига себе. Он меня уничтожил, лол. Так, а кто я стал? Я стал каким-то зомбаком, ребят. Эй, иди сюда. Иди сюда. Смотри, он пролез. Ты че, ты кому сказал? Ты че, сюда, иди сюда. Интересно, у меня есть какие-нибудь скиллы? Вон, видите, да? Do not open the door. Вон, я вижу, чуваки бегают. Блин, слушайте, я зомбак какой-то странный, зеленый. И вот, кстати, клоун бегает. Но я очень и очень медленный. Иди сюда, блин, собака быстрее была. А помните, мы историю с вами проходили. Это этот нубик, смотрите. Обалдеть, нубик лежит. Ну, а мне-то чё? Я-то играю за СЦП. Блин, надо как-то, знаете, попробовать кого-то подловить. Ну, смотри, он куда-то убежал в ту сторону. О, дверь открывается. Ай, блин, это НЛОшник. Инопланетянин, здорово, мы с тобой други. Мы с тобой друзья. Что-то происходит, смотри, вон там внизу кто-то находится. Я очень медленный из-за этого зомбака. Можно мне, пожалуйста... О, вон, вижу, вижу, смотри, чувак стреляет по моему другану инопланетянину. Нет, нет, сказал. Давай, да, попробуй, попади. Да. Слушайте, они это... Я, кстати, очень много урона наношу. Да, попробуй, попробуй, попади, не попадешь. Я самый жесткий. О, Слендермен сзади сейчас, давай. Слендер, давай. Ай, красавчик, Слендермен. Ой, я превратился в жижку. Ребят, я превратился в какую-то слизь. Ой, а кто это я сейчас? Нифига себе, кто это вообще? Так, я такой же не быстрый, да? Блин, было бы прикольно, если бы был быстрее, но... О, что это такое? А, это там штучка какая-то. Чего? А, ну все, ребята. Меняются команды, теперь я буду играть, похоже, за обычного человека, да, смотрите, вот тут, кстати, всякие разные геймпасики есть, да. Давайте мы с вами что-нибудь приобретем, чтобы было поинтереснее, например, чуть такое, ладно, давай вот эту штуку приобретем, МГ-42 за 30 баксов, ребят. Теперь у меня есть, ого, смотри. Ты че, а, на, ты получай, вот так, перезарядка. Это, кстати, пулемет какой-то, ребят. И, возможно, я сейчас с ним буду жестким. Так, ну что, погнали вниз. И, о, ты кому сказал? Ой, тихо. Что происходит, ребят? А почему, а, вот, все, я его убил, да? Да, ребят, я его убил, вон клоун. Клоун, эй, клоун, иди сюда. Что-то он убегает от нас, да? Так, ладно. Ну давай, клоун, клоун! Кстати, он жирненький, довольно жирный клоун. Так, вон там кто-то был, кстати, вон, видите, да? Ты какой-то быстрый. Так, такие пульки еще, смотри. Такой разброс дикий. Почему ты не умираешь? Парень, почему ты не умираешь? Я не понимаю, ребят. Ладно, окей. Ну нет, мне нравится больше, ребят, играть за этих. Ой, смотри, что.
Ты кто? А, он умер. Я хочу играть больше за убийц, ребят, поэтому давайте мы с вами сейчас будем играть за убийц. Ребята, я какой-то другой убийца. Кто это, интересно? Смотрите, кто это я, ребят? Напишите в комментариях. Обалдеть. Так, подожди-ка. А, тут какие-то штуки. А, вот, у меня скиллы, смотри. Что это из меня вываливает? Смотри, змеи какие-то. Это что такое? Тоже змеи какие-то. О, девочка, привет, я не убийца. Я всего лишь маленький мальчик. Нет, это все-таки не мое, ребят. Девочка, смотри, как она убегает. Прям ей очень страшно, офигеть. Девочка, ну стой, я в пижамке такой, хочу с тобой поиграть. Ну, ничего страшного, что и у меня из глаза торчит вот такая вот змея. Мы с тобой подружимся, иди ко мне, смотри. Они там собрались, да, вместе? Привет. Приветики, приветики, я с вами, хочу, ха-ха-ха, вот так, отлично, ребят, вот это я их подловил, да, слушайте, он мощно бьет, если поймает, да, там, кстати, кто-то ножничками как будто, жик-жик-жик-жик-жик, это, походу, Фредди Крюгер, я так думаю, а нет, нифига, а, да, смотри, чё, ты что делаешь тут, эй, это не Фредди Крюгер, это кто-то с ножом, ребят, какой-то Джейсон вроде, или нет, Джейсон, ай, я не смог запрыгнуть туда, о, вот, здорово, вот этого, ребят, как зовут вот этого чувака, страшный такой он тоже, а вот этот, это Майкл вроде, ребят, да, напишите в комментариях, я просто не особо шарю, ну как, я, вот это Майкл, 100% вроде Майкл, ребят, я не должен сейчас ошибиться, это вроде бы Майкл должен быть, ну, ребят, все-таки я что-то, короче, все, сейчас у нас снова закончится игра, давайте попробуем режим Джиггернаута, мне очень интересно, что там будет, ну что, ребята, сейчас у нас начнется игра, и я хочу быть Джиггернаутом. Не знаю, получится у нас или нет. О, нифига себе, у чувака крутой скин. Так, кто? Не я, что ли? Я выживший, ребят. У меня только пистолет. Окей. Мы с вами сейчас будем выживать. Так, тихо. Так, ладно. Надо аккуратно, очень аккуратно, потому что у нас 5 минут есть, ребят, чтобы его, походу, уничтожить. А! А! Вот он! Нет! Нет! Черт, чувак, уходи! Капец, его убили. Его убили. Так, мне нужно оружие, ребят. Так, тихо. Еще одного убили. Может быть, тут оружие. Найду где-нибудь. Чувак, здорово. Наших убивают. Черт, еще убили, да, кого-то? Капец, где он? Где он? Вот он. На тебе. Иди-ка отсюда. А, блин, я не смог закрыть. Чувак! Ты что такой быстрый? Капец. Нет, нет, ну чувак, подожди, стой! Мы же с тобой можем подружиться! Капец, а чего он такой дикий-то? Я 36 дэмэджа нанес. У него 800 жизней, подожди! Я хочу купить себе что-нибудь. Давайте я за убийцу, ребят, попробую. Я хочу быть убийцей, вот так сделаем, да? Так. Блин, офигеть, Джиггернаут нас уничтожил. Окей. Давайте, я хочу сейчас тоже попробовать за убийцу. Может быть, я буду убийцей сейчас. Ну-ка, давай, Смайл Фредди. Я 36 урон нанес всем. Ой, не всем, ему, вот этому. А где оружие-то взять, ребят? Я бы хотел какое-нибудь крутое супероружие взять. Но, походу, нет, ребят. Походу, там нет этого оружия. Хотя, возможно, надо его искать, бегать там. Прямо на самой зоне 51. Ну что, давайте посмотрим. Я буду убийцей, по идее. О, да, ребята. Кем стать? Соник Смайл Дог. Давайте я буду Пеннивайзом. Давайте, ребят, я Пеннивайз. Жизни у меня, ребята, очень много. Буду разговаривать как Пеннивайз. Я попробую, конечно. Давайте, подходите ко мне. Ну-ка. Главное мне сейчас кислоту не нарваться, а то я бы... мог сейчас зафейлиться. Интересно, я умер, если бы я наступил на нее или нет. Так, я, короче, куда-то бегу, ребят. Я не понимаю, куда. Нифига, ничего не могу найти. Так, ладно, давайте вот здесь у нас же есть... вот здесь у нас есть... Подожди, а где? Тут где-то должна быть вентиляция. Нету вентиляции. Подожди, чё я ну бас какой? Не пойму, никуда, куда бежать-то? Амор. Они сейчас уже, блин, найдут там крутые всякие себе пушки. Офигеть, сколько человек против меня! Я могу вообще... Вот, крутое оружие, ребят. Так, ладно. Вроде бы я иду в правильном направлении, да? Так, окей. Ну, я не знаю, куда-то бегу? Нет, вообще нифига. Вон там люди. Как мне до них добраться?
Я, короче, вообще что-то, ребят, туплю, дико туплю. И не понимаю, куда бежать. Ну, блин, Пеннивайз хочет с вами поиграть, а не может с вами поиграть. Ну-ка, я если туда упаду, я умру, скорее всего, да? Ну-ка, может быть, вот здесь? Да ничего здесь нет, блин, как к ним добраться-то? Ребят, я вообще нубасина, да? Вот, я появился, куда бежать, не пойму. Туда, вот назад никак не возвращаться нельзя. Блин, может быть, прыгнуть все-таки сюда, попробовать? Ну да, попробуем, ребят. Умру, не умру, посмотрим. Не, не умер. О, я телепортировался куда-то. Вот, новая что-то территория какая-то у нас. Вот! Мы с вами сейчас попробуем... А где они? Да блин, где вы? Чуваки! Ну, они меня одного оставили, знаете? Я вот играю за убийцу, за Пеннивайза, да? И им должно быть страшно, а мне страшно, что я сейчас никого не найду. Вот это телепорты какие-то, что ли? Что это такое? Ребята, вообще не понимаю. Вон, они где-то там наверху. Я не могу до них добраться. Вот, лифт, нашел! Лифт, лифт спускается. Вон там, они чуваки, они наверху где-то. Мне просто нужен был лифт. Все, я поднимаюсь к ним. Вроде бы. Да, ребята, я прям поднимаюсь до них. Все, отлично. Вот, я теперь на этой территории. Вот, чувак. Здравствуй! Воу! Нифига себе! Ты чё? Подожди, стоп! Подожди, в смысле? Я не понял. Ты чё такой жесткий, ребят? Я вообще дубасина! Я джиггернаут! Я сказал тебе, что я джиггернаут. Почему он такой быстрый? Я не врубился, ребят. У меня еще нож пропал куда-то. Я смотри, я Пеннивайз. Чё? Он по мне попал! Я за стенкой стоял! Чё за бред, ребят? Я самый дурацкий Пеннивайз в мире вообще. Я просто все это время бегал. И меня какой-то один чувак с каким-то крутым дробовиком уничтожил. Просто жесть какая-то. Вот это я облажался. Вот это да. Ну ладно, окей, сейчас больше народу. Мы тогда втроем дрались против одного. А сейчас вы только взгляните, сколько народу, ребят. Ладно, окей. Мы теперь, в принципе, выжившие, и нам надо сейчас найти какое-нибудь оружие. У нас только пистолет. Теперь я знаю, как здесь играть. Вот за этим чуваком побегу, потому что он, походу, шарит. Он, походу, знает. Вот, ребята, ствол. Берем. Отлично. Хотя бы хоть какой-то. Вот этот чувак, который меня уничтожил, ребят. Я за ним бегал. Так, ладно. Где? Где? Что происходит? Где он? Вон, вижу. Вижу его. Давайте, ребята, все вместе. Я не хочу быть одним таким неудачником. Давайте все вместе. Бейте его. Чувак, ты что тут прибежал? Давай, давай, давай. Где он? Он где-то здесь. Где он? О, вот он. Нифига, он меня порезал, кстати. Так, ладно. А что это такое? Смотри, что за X? Вот он, ребят. Давай! Жесть! Ну, он сейчас умрет, ребят. Я сколько-то урон нанес. Где он? А, вот, 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 давай. Слушай, я 117 урона ему нанес уже. Что-то он толстый какой-то. Прям нереально толстый. Офигеть. Давай, давай. Капец, а что он такой жирный? Меня, главное, убили там с нескольких выстрелов, да? А он жирный, жирнющий просто. Давай, лупим его. Да что ты не умираешь-то? Я не понимаю. Ребят, я ему нанес уже 260 урона. Давай, давай, 300 урона. Где он? Изи, 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 изи. Ну, слушайте. Тогда меня уничтожил один чувак, а сейчас мы его толпой лупили. Ребят, ну у меня второе место. Второе место по урону. В принципе, это неплохой результатик. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Я так понял, вам нравится зона 51. И здесь мы с вами еще, наверное, встретимся не раз. Так что, если вам нравится зона 51, обязательно напишите об этом в комментарии. Всем, ребят, удачи, до новых встреч. Пока-пока.